Всем привет, с вами Дэйси Нукс, сегодня продолжать проходить Майнкрафт. Это у нас один блок, Скайблок, вторая часть. И да, сейчас я, получается, нахожусь на Скайблоке, у меня здесь есть портал, да. И сейчас мы будем с вами дальше добывать вот этот булыжник для того, чтобы дальше разбиться, типа, для того, чтобы дальше путешествовать по аду. Вот, нам нужно много булыжника. Вот. Так много, чтобы я смог как-то этот найти. Ну, вы поняли. Так, я перестал почему-то ломать. Вот, все, теперь я снова продолжаю ломать. И, о, да. Ну, давай дальше. Что? Да. Я думаю, что это будет довольно долго, ведь мне нужно очень много булыжника, прям очень много. Да, здесь регенерируется. Да, уже 60. Раз, два, три, четыре. Так, ладно, теперь мы берем и получается... Так, здесь больше нет лавы? Да здесь везде, походу, нет лавы. Только здесь. Окей, у меня какая сложность включена? Мирная. Тогда можно отправляться в Незер и дальше в Скайблоки. Пока что я буду так поэтапно все это делать, а потом уже начну все делать дальше. Окей, путешествуем по этим булыжникам. Нам нужно путешествовать по вот этому булыжнику. Окей. Тогда что? Тихо. Дайте слезть! Дайте залезть. Фух. Спасибо. Окей. Окей. Давайте дальше. Путешествовать на... Хорошо так, конечно. И берем и вот так вот дальше идем с вами по вот этому булыжнику. Вот здесь багровый лес. Подождите-ка. К. Дж. Л. Сейчас, подождите-ка. Незер, чертоги страха, там. Осколки прошлого, ладно, доспехи. Кротовая нора. Воспользуйтесь Незером, чтобы переместиться на 7 километров в обычном мире. Кротовая нора. Окей, допустим. А вот это вот чертоги страха, полынь, ларецкая щель. Зарядить якорь возрождения. Бранзулетка. Отвлеките пиглинов золотом. Ладно же. Надо же. Окей. Что это? Воспользуйтесь отправителем. Война миров. Замените Гаста в обычный мир. А затем убить его. Вот как-то так. Нафнафту больше не нужен. Посидите разваленный бастион. Было ваше, стало наше. Обыщите сундук. Так, это все не то. Постройте компас на магнетит. Настойте. Не знаю, там это... Конец, войдите в портал Эндера. Эндермана, следуйте за оком Эндера. Доктор для зомби. Осыпь меня алмазами. Алмазы... Нет, это тоже не то. Короче, есть такая ачивка, огненный тур, по-моему, называется. И чтобы ее получить, надо обследовать все биомы. Вот. Но я почему-то не вижу ее. Ну ладно. Так, я что-то не так делаю. Ладно, тогда идем дальше. Вот сюда. Так. По булыжнику здесь уже очень густо прям. Я ни одного блока еще не использовал, чтобы вы понимаете. Я, по-моему, уже в прошлой
прошлой части говорил, что типа есть там это. Так, ладно, давайте-ка строиться. Лучше, конечно, будет не совсем много тратить. Вот, допустим, вот так вот можно построиться, типа. Окей. Окей. Господи, сколько мне еще так надо простроиться? Пец. Окей, так. Давайте вот так вот. Следуем. Наконец-то то место, до которого я не мог нормально дойти. Окей. Используем вот такую вот механику. Вот, вот так мы сейчас простроимся. Окей. Давайте дальше строиться. В принципе, это наша заслуга, это то, что нам нужно в данный момент сделать. Окей, давайте-ка вот так вот сделать. Хотя быстрее будет строиться вот так. Нам так реально быстро и мне не хватило булыжника. Не очень, не есть хорошо на самом-то деле. Хотя, знаете, мы можем как сделать? Сейчас добудем несколько вот таких вот блоков искаженного нароста. И можем даже никуда не уходить. Просто вот здесь вот получается. Ходим, ищем, делаем. Так, окей. Давай дальше, что ли? Окей. Давай вот здесь. Не знаю, не должно хватить на самом деле, но мы попробуем. Да, не хватит. Я не вижу ни единого острова. Так, окей. Мам. Окей. Дальше ой-ё. Дальше строимся. Мы ничего. Погоди-ка, мы видим что-то. Подожди-ка, я кое-что сделаю. Допустим, а если сделаю так? Готово. Давай, дальше что? Ой. Немножко все подлагнуло и. Да, я реально что-то вижу, и это не сон. То есть это реально искажен лес. Это то, что мы. То, что нам нужно. Так. А что сзади? Ну, сзади мы и так знаем. Так что давайте возвращаться. Нам нужно еще больше блоков. Искаженного нароста. Окей, давайте-ка опять же понизим. Вот на 100к. Сейчас, вот. 10 чанков. Готово. Готово. Вернуться к игре. Отлично. Так, а теперь просто дальше добываем блоки искаженного нароста. Нам они пригодятся сильно. Да. Так вот, и вот так вот. Получается, ну, этого, по крайней мере, еще мало. Хотя можно это добыть. Да, можно же. Давайте-ка какой-нибудь верстак, что ли, здесь временный создадим. Здесь вот так вот сделаем, вот так вот соберем. Во-во-во-во-во. И вот так вот соберем. Можно еще этот на зрак, а потом там как-то узнать, как это все делать. Ну, короче, добываем все общедоступные блоки, которые мы можем только добыть. И, естественно, все это
Все, 25. Когда он звонил, заберу отвез, мне звонил, Окей, вот так вот. Не, ну в принципе нормально, я считаю. Давайте-ка дальше расстраиваться. Окей. Бан. О, май. Окей. Давайте-ка вот так вот. Так. Расстроимся. Ну, в принципе, уже можно так строиться, как? Никак. Чё? Ну, это сразу после того, как ты поставил. Спасибо. Да куда? Да ставь! Идиот! Ой, так, и сколько времени прошло, пока я записываю видео, я еще не понимаю. Вернее, не знаю. Ну, короче, как-то так. Я скоро дострою. Да, вот, короче, вот так вот, и вот так вот. Так, вот так, вот так. Окей, допустим. У меня есть ведро лавы. Прикольно. Да, конечно. Конечно. Окей, давайте спустимся все-таки. Нам надо кое-что сделать. Не важно что, важно, что мы это сделаем. Хотя вы уже сами догадались, что именно. Поэтому, о, вот эта железная кирка у меня, конечно, сломалась. Окей. Угу. Дальше просто берем и вот так вот. Хорошо, ждем, пока мы дойдем, наконец. Я даже не знаю, что... Вот, все, я уже поднимаюсь. Давайте-ка дальше подниматься. Окей. Давай, поднимайся. Окей. Все, теперь мы можем дальше строиться. Все, я достроился наконец. Правда, у меня нет вспомогательных блоков для того, чтобы все это отмечать, но да, это, конечно, обидно. Но придется возвращаться, что ж поделаешь. А здесь случайно нет крепости? Я не знаю, есть или нет, так что лучше вернемся. И вот так вот возвращаемся. Вот это я, конечно, сделал. Чего? Я урон не получаю? Стоп. А, не, я все-таки получаю урон. Я просто, когда горю, я полностью не умираю, видимо. Ну ладно, тогда возвращаемся обратно. И тогда... Ухо... О, давай. Наконец-то ты перестал гореть. Окей. Давайте спускаться по этой навороченной лестнице. Бедной. Навороченной лестнице. Да. В аду, конечно, это растекается быстро. Ой-ой. Сори. Давай. Да, быстро растекается. Очень быстро. Окей? Вот это да!
Надо же. Вот это, конечно, огромное количество лавы. Она даже туда стекает. Неплохо, неплохо. Вот здесь еще лава течет. Так. И куда дальше мы сейчас вот так вот спускаемся, спускаемся, спускаемся. Не знаю, когда мы уже найдем эту крепость. Но я думаю, что мы точно когда-то найдем. Нам еще око Эндера нужно. Хорошо, что там искаженный лес, и там можно просто подобывать там это все, подождать там. Можно даже золото добыть. Неплохая идея. У нас будет наше первое золото, золотые слитки и так далее. Так вот-то, вот так вот-то. И вот так вот-то. Да. Прикольно, конечно. Прикольно, конечно, однако. Все, отлично. Золото, золото добываем дальше. Это что, получается, первое золото, да? Надо это еще в слитки переплавить. Ой. Окей. Вот я уже дошел до портала. Да. Еще здесь рядом с порталом искаженный лес. Можно туда сходить. Неплохая идея, неплохая. Вот так. О, да, темно стало, конечно. Ничего, сейчас мы спрафтим свое первое золотое что-то там. Золотые кусочки. Да, и наши первые золотые слитки. О, да. Как я этому рад. Конечно. Так. Что у нас есть еще дальше? В принципе, у нас есть железный слиток. Да. У меня как раз таки железная кирка скоро сломается, поэтому нам нужно скрафтить новую. А, к сожалению, здесь нет деревьев. А, смотрите, это же дерево уже выросло. Неплохо так. Мне как раз таки оно нужно. Хорошо, давайте-ка-то тогда вот это вот дерево срубим и сделаем из него палки. Из него как раз-таки могут еще саженцы выпить, поэтому мы его тоже как бы доводим. Да. Неплохо, неплохо. Отлично. У нас теперь 16 этих. Мне бы это не помешало. Так. Крафтим из этого палки, а из палок и железа мы с вами крафтим кирку. Да, мне нужна кирка, потому что та у меня уже ломается, и эта кирка... О, а. Ладно, окей, хорошо. Блин, хотя нет уже. Не ожидал, что мне не будет шифта. Отлично. Окей, давайте дальше. Так, добывать железной киркой. Сейчас она у меня, конечно же, сломается. Сразу, когда она сломается, мы... Вот, да. Отлично. Вовремя мы изменили это, конечно. Ладно, давайте дальше добывать. Здесь у нас даже больше, если мы этот булыжник соберем. Да. И еще вот здесь вот. Как же он колбасится? Я просто не понимаю, как он это делает. Ничего. Вот. В принципе, ничего. Вот. Да, много мне, конечно, булыжника придется добыть, но ничего, я вытерплю это мучение. Надеюсь, я быстро найду этот
крепости. Да, 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 да. О, да. Еще здесь есть булыжник. И сейчас мы еще больше добудем, в принципе, да? Как же круто добывать. Окей. Вы, наверное, уже замечали. Вы, наверное, видите этот командный блок, который там просвечивается? Он фиолетового цвета, а значит, он... Отлично, я как раз таки хотел кое-что показать. Я ненадолго выйду в креатив, вот. Я вам скажу, как эта карта работает, в принципе. Здесь, короче, вот вписана такая специальная команда. Setblock, вот так вот. И Minecraft Stone. И этот блок у нас цикличный. Вот. А здесь у нас то же самое практически, только здесь Iron Ore. Блок и все такое. Предыдущий вывод, ну, короче, как-то так. Вот. Да, главное, чтобы он был цикличным, и тогда он... Главное, чтобы он был цикличным и был всегда активен. Вот. Безусловно. Ну, вот это я не знаю, что обозначает. Ну, короче, нажимаем на готово. Я думаю, вы поняли, как теперь эта карта работает. Все. Я выхожу из креатива. Я больше не могу в нем находиться. И целых 3. 12 у меня уже саджанцев. Окей. Лава. Ну, здесь мы уже не добываем. Давайте до стака, в принципе, дотянем. 43. Здесь на нас. 45. Подожди. Вот, заново. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Все. Я же правильно добыл? А, нет. Видимо, неправильно. Ну, тогда еще один блок, все. И все. Отлично. У меня, кстати, первая каменная кирка тоже скоро сдохнет. Окей, возвращаемся в Незер и продолжаем добывать дальше. В принципе. Окей. Как же это красиво. Ладно. Давайте дальше проходить. Да. Окей, давай и дальше. О, да, конечно. Смотреть это неинтересно, потому что здесь практически мало голоса. Тот на классе, который, с которым я учусь, прав. Да. Ладно. Ничего. Скоро, или может не скоро, ну, в ближайшем времени это... Эпопея должна закончиться. Ну, что сказать? В принципе, вот хорошее начало. Мы просто идем в Незри, в надежде, что... так. Хорошо. Давайте дальше идти, 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 идти. И по булыжнику. Так, окей, сейчас мы сделаем что-то подобное. Так, окей, идем, и сейчас мы берем и вот так вот, получается, проходим, что ли, или еще. Ну, короче, там вот. Куда я забрел вообще? Где булыжник? Не туда, значит, я пошел. Не туда я пришел. Дальше идем, идем. О, да. Рисково, конечно, было. Ничего.
Нормально. О, господи. Наконец-то. Ки-к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 и. Давайте дальше проходить. Давайте дальше проходить. Да, как же это скучно проходить, когда это уже закончится. Мне, короче, с эфритов надо эти стержни добыть. Да. То есть, у меня уже есть железная броня, железный меч. Щит я бы уже давно мог скрафтить. Но я его почему-то еще не скрафтил. Вот. И стрелы. Что же делать с вами? У меня вопрос. Вопрос. Да. Окей, давайте-ка дальше. Давайте-ка дальше проходить. Окей, давайте дальше. Надо дерево это сломать. Ничего, мы его сломаем, в принципе. Нам это ничего не мешает его сломать. Скорее, это не дерево, а гриб даже, потому что это из гриба вырастает. Так что это гриб. А, да. Вот так вот. И бам-бам-бам. Куда бы тебя отвестись? От тебя вот так вот. И вот так, и вот так, и вот так, и вот так, и вот так. Да-д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 а. Конечно, я не нашел это, но я выбрался хотя бы как-то наверх. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Окей, давайте-ка дальше что-то делать. Я уже не вижу лаву. Почти, почти не вижу лаву. Лаву, 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 лаву. Вот здесь булыжник поставлю, а вот здесь поднимусь. Неплохо. О, да. Окей. Давайте-ка как-то здесь проставим мой. А чё здесь много ям? Ну не может же быть такого, что я так быстро найду этот. Подожди, нет. Сейчас опять, если я сделаю так. Конечно, может сейчас сильно лагать. Жестко. Блин, я был прав. Войти в игру. Я сломал случайно. Случайно сломал. Господи. Волосы. И где? Заново. Господи. А чё я на паузу не могу нажать? Это плохо, конечно. Так, так, так. Ну и где это всё? Еще раз нажимай. Блин, пожалуйста. Давай, не отвечает.
Что там, Майка? Понимаю. Не очень хорошо, ну и ладно. А, даже не знаю, на что надеяться. Может быть, конечно, получится, но это будет очень долго идти, этот загрузочный экран. Вот. Да. Из-за повышенных настроек, конечно же. Ничего, нормально. Да. Наконец-то. Хотя бы давай. Круто. Давай. Отлично. Настройки сначала. Понизим до 30. Готово, готово. Одиночная игра. Сюда. Не, ну нормально, конечно. Давай. Что же делать? Не знаю. Окей. Надо же, быстро загрузилось. Не ожидал, конечно, такого поворота событий. О, да. О, да. Окей. Когда это уже все пройдет? Мне нужно, чтобы все прошло. Пройди, давай. Окей, давай. Ну уже. Окей. А, лава вроде бы нормально течет, все. Наконец-то мы зашли в игру. Лава еще не прогрузилась. Не есть хорошо. Давайте смотреть, что там находится. Что же там находится? Может быть, там что-то есть. Это еще не прогрузилось, да? Надо же. Это да. Я там что-то вижу. Так. Угу. Нормально оно никогда не будет, если я не сделаю так. Вот так. 10. Готово, наконец-то. Вернуться к игре, давай. Нормально. Может, как-то так получится. Так. Первый стак закончился. Погнали второй тратить. Да, уже дойду до чего-то хоть. Давай. Что ж. Давай. Пожалуйста. Ну уже, когда? Давай. Когда я уже это сделаю? Эй. Пожалуйста. Не, конечно, я буду долго доходить. Согласен. А, я уж подумал, вода в аду. Давай. Ну же. Чуть-чуть. А, все, все блоки закончились. Я почти дошел до пустоши Незера. Да? Это же пустоши Незера. Я правильно понял? Готово. Вернулся к игре. Да, это пустоши Незера. Вполне пустоши. Нам же надо, чтобы все везде все прогрузилось. Что это? Это просто пустое расстояние. А, не, это не то, о чем я подумал. Забейте.
Окей, давайте сюда, 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 сюда. О-о-о. Ладно, я думаю, что на этом пора заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также пишите комментарии, чтобы я на них ответил. Если вы здесь впервые, то можете позвать друзей. Ну а с вами был Пессимин, всем удачи, всем до скорых встреч, всем пока-пока.